Получается, мы наконец-то добрались до заветного 60-го уровня освоения. Забираем один билетик. У нас их теперь 9. Идем делать задание возвышения мира. И потом делаем 10 круточек. Можно будет все в один как раз видосик на YouTube выложить, как данж возвышения плюс... ну, плюс 60 ранг, соответственно, и этот... Физак, ой, все нормально вообще. Нам хватит, скорее всего. Сколько? 2 перса? Угу. 2 врага. Где же моя асточка? О, ливень пошел. Сейчас, возможно, даже ливень будет в микрофон слышно, что будет довольно смешно, но... Эх, Криона весел. Ну ладно. Ракуништегеру. Эй! Ту-ру-ру-ру-ру. Ту-ру-ру-ру. Эх, не лопнула. Туру, туду, ту, туру. Да что же я все никак квант накинуть-то не могу. Сейчас будет больно. Нет, это было не больно. Незаметный доброе утро. Доброе. Таскитес ворогу. Ну, я сам смотрю тирлист, он Б-тир. И такой, чё? Это ты какой-то очень плохой тирлист. Смотришь, можешь забыть о существовании этого тирлиста и никогда в него больше не заглядывать. Сампа на данный момент наравне с Астой по полезности, просто потому что умеет очень сильно в сингл-таргет пробивать уязвимости, при этом вносить хороший импакт для команд, ну, в частности, Самп как бы урон вносит неплохой, вот. Так, спасем тебя из лап заключения. Да дай ты мне не ледяную уязвимость, надо стало ледяную кидать, ну шо ж ты, блин. Давай, пробей. Yes. Ну, будем замораживать. Лакунай. Раскрывается поздно, поэтому многие вниз пихают. А чё, а зачем рано персонажа раскрывать? Ну да, забытый зал пройти, но ранние этажи как бы проходятся относительно просто, практически любыми персами. Я хороший тирлист, соглашусь. О, здесь все три уязвимости попадают, кек. Ну, давай так. Гацинто-курияцу. Такой себе отстойный лайфхак в фане Мэн Сайно. Чтобы персонаж нормально накладывал квантовую уязвимость, нужно делать так, чтобы ты дрался с врагом, у которого две уязвимости, которые у тебя есть по другим персам, и не доставало квантовое. Вот тебе лайфхак поумнее. Новое зеркало легче, или мне показалось? Не, ну, большинство наоборот жалуются, что сложнее получилось. Ну... Дан, прости, ты был нашим бром. Хм.
Возможно, убью и этого. Да все равно от этого умрет. Найс. Квантовая уязвимость. GG. Ого. Я думал, нам, подожди, нам же там другие крутые награды дадут за возвышение. Пом-пом. Давай сюда награды будем крутки крутить. В смысле, какая нахрен виртуальная вселенная? Пом-пом. Подожди, в смысле... Алло. Жди, а где? А, уже выдали? Уже выдали. Все, поехали тогда. 10 круточек. Ок, чамп, это 60-е крутки, насколько я помню. Лего все ближе, а может быть даже сейчас. А, оружку какую. Да, зря оружку просил, надо было просить боеву. Чего первое в голову пришло? Не, на Ашаву не пойду, у нас сегодня большой стрим по Ханкаю. Не буду отвлекаться, хотя хотелось бы, конечно. Тем более награды как раз, по-моему, сбросились. Ну тогда давайте C6A100. Или C2 пушку на A100. Нет, это не на A100, это какое-то говно. Ну ладно, бывает. Вот вам и 10 круток. Что поделаешь?